Традиционную акцию «Цветы автоледи» провели в областном центре. Сотрудники госавтоинспекции останавливали исключительно автомобили, за рулем которых были женщины. Автоледи получали подарки и положительные эмоции. Подробности в сюжете Вероники Тарасенко. Взмах жезлом, и на обочине паркуется автомобиль. За рулем представительница прекрасного пола. Сотрудник дорожно-патрульной службы поздравляет автоледи с наступающим праздником, веточкой мимозы. И еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил. За его спиной появляется зебра. Она предлагает принять участие в лотерее. Как вы считаете, в городе у нас все безопасно? Или что-то где-то нужно добавить? Светофор, пешеходный переход? Нет, вы знаете, сейчас, по-моему, везде хорошо сделали. На отлично женщины оценили положение на дорогах города. Каждая из них с удовольствием написала благодарность инспекторам и поздравления другим автоледи. Неожиданным сюрпризом стали подарки лотереи. В качестве поощрительных бонусов дамы получили аксессуары для своих железных коней. Главный приз – билет на вечернее шоу в одном из белгородских развлекательных центров – достался Елене Труфановой. Девушка впервые участвует в подобной акции. Признается, что ее редко останавливают сотрудники ГАИ. Я очень аккуратный водитель. Ну, и езжу медленно и внимательно. Неожиданно и очень приятно от сотрудников ДПС получать подарки. Первый раз попадаю в такую ситуацию, и мне очень чрезмерно приятно. Посмотрите, сколько подарков. Каждая женщина, ну, хочет всегда внимания, не только от близких, но и вообще от мужчины. И очень приятно, что уделяют внимание именно женщинам-водителям. Нету никакой дискриминации. Еду пристегнуто, аккуратненько, думаю, останавливаюсь, что ж такое. Потом смотрю шарики, и так приятно сразу стало. Таким необычным способом сотрудники госавтоинспекции еще раз напомнили о необходимости быть внимательными на дорогах. Только за два месяца этого года в области было зарегистрировано 159 происшествий. 15 из них с участием женщин-автомобилистов. Я должен заметить, что женщины-автомобилисты ведут себя за рулем очень аккуратно и предельно вежливо по отношению к другим участникам дорожного движения. И стараются всегда оказать помощь другим участникам дорожного движения. Акция «Цветы автоледи» уже стала традиционной в преддверии Международного женского дня. Стражи порядка дарят женщинам за рулем праздничное настроение. При этом их главное пожелание – безаварийной езды. Вероника Тарасенко, Дмитрий Еремок. Этому часу Белгород.